И перед тем, как мы начнем час милитариста с Михаилом Михайловичем Ходоренком, давайте-ка подведем итоги нашего голосования. Там какие-то тысячи несчетные. то Почти четыре тысячи проголосовало. А ну, с учетом тех, кто СМСки <связывается> смс-ки тут. Да. Так, как и вы вот, относитесь... Т1, к... Т2, Т3. Да. Как вы относитесь к Дому-2? Один процент смотрит и поддерживает? Один процент? Целый один процент, да. Ух ты. Восемь процентов не знают, что это. Видимо, так. видимо, из дальнего плавания. И 91% не мое, не смотрю. Ну, ребят, я прям вот да. Более, более чем очевидно. Надо я прямо сказать. отдаю должное. Я думал, будет намного хуже. Народ наш сильно лучше, чем о нем думают и говорят. Да. Потому что все так кричат про это. Браво слушателям вести. Я, я готов отказаться от своего выражения. Те, кто командовал ротами, не представляют качество нашего народа-населения. Угу. Вот оно оказывается как. Да. Оно высокое. Оно высокое что что, оказывается. Вот этот дебилизм, разрекламированный до состояния икоты, ну, оказывается, вот как-то Вот Как-то на одном проценте-то вот оно замкнулось. Да, Все это. наши негативные представления об этом процессе ну, вылились причем, в один процент. Я понимаю, конечно, что кто-то просто со Стёбом на эту тему подошел, но ну, в общем как ни странно, исходя из того, что ну, у меня вообще не с людьми нас полным-полным молодняка смотрит и слушает достаточно много пенсионеров на самом А четыре тысячи а это я бы так сказал более вот чем репрезентивная репрезентативная выборка в целом в ЦИОМ столько людей не опрашивает ну чего вот ну, Поехали тогда, дальше! Тогда да, неожиданный надо, опрос. Да, тогда надо переходить, опять-таки, на нашу милитаристскую кафедру и начать, наверное, с небольшого, ну я даже не знаю, то ли это новостной ряд, то ли это не такая уж и большая новость. Uh, uh -huh. У нас ведь иногда, как бывает, что-нибудь появляется в зарубежном издании, каком-нибудь там National Interest там, или там Military Watch, и uh -huh. тут же это расценивается как новостной повод, все начинают это бурно комментировать, обмениваться там своими замечаниями по этому поводу и так далее, и так далее, то есть возбуждаются от этого. Uh -huh. И вот что появилось вот, в Military Watch, не далее, как даже сегодня, что послужило каким-то признаком возбуждения отечественных умов, там начали сравнивать Су-57 и F-35, то есть истребители пятого поколения. И надо прямо сказать, что в этом издании пришли к выводу, что Су-57 намного превосходит, F-35 решительно по всем показателям уступает и так далее, и так далее. Короче говоря, все даже вроде бы в нашу пользу. И даже более того, если Турция закупит самолеты Су-57, это значительно усилит боевые возможности, боевые оперативные возможности турецких военно-воздушных сил. Вот, собственно говоря, смысл публикации. Ну, разве что там еще присутствуют всякого рода технические детали. Опять-таки, вот сейчас попытаемся в этом объективно разобраться, насколько вообще вот эти публикации, ну, как-то вот соответствуют действительности. Почему? Потому что, ну, там, например, они утверждали автора, что там и по маневренным показателям, и по скорости, и по высоте, там Су-57 превосходит. Вот то, что я сейчас скажу, ниже, это вовсе не значит, что я критикую, упаси бог, отечественный самолет или хвалю э, F-35. Да упаси бог даже кому-нибудь так подумать. Но вот оно, в чем все дело-то. Вот в чем загогулина-то загогулина заключается. Первое, вот на э, истребителях пятого поколения, вот современных, перспективных, скажем так, ну, нет никакого смысла сравнивать скорость. Она, по большому счету, никого не интересует. Даже как и высота полета. Вот. И сегодня истребители уже не гоняются друг за другом, как вот в воздушных боях периода Первой и Второй мировой войны. То есть это не критичный какой-то показатель. Второе. Маневренность. Маневренность, она, конечно, безусловно, вещь более сложная вот, для анализа и сравнения. И в определенных обстоятельствах она имеет как, вот, значение сейчас. Но далеко не такое, как раньше, когда там вираж надо было совершить за определенное количество секунд. И вот даже скажем так, что вот маневренность в настоящее время не является критически важной характеристикой современного самолета вот пятого поколения. И очень трудно сравнивать боевую нагрузку. Вот сейчас она тоже не имеет такого значения, как раньше, например. Ну, понятно, сейчас вот на современный самолет там э, даже легкий истребители, который сейчас, ну, в общем-то, это деление дославно, достаточно условно, ну, взлетный вес 25 тонн, это, в общем-то, не совсем и легкий, правильно? Но, тем не менее, 5-8 тонн на него боевой нагрузки э, можно подвесить. Но, тем не менее, это тоже не ключевой параметр. Ключевой параметр какой? Вот с этой боевой нагрузкой на какую дальность может действовать самолет? Вот критичный параметр. Собственно говоря, это и выражается в радиусе боевого применения и его способности вести вот на этой дальности воздушный бой и побеждать в нем. Вот, вот это один из ключевых параметров. Дальше. Вот это вот сочетание боевой нагрузки и дальности полета. И все-таки вот один из ключевых, еще раз я прошу, вот... Прощения за то, что я это слово уже буду употреблять неоднократно и вроде как это попахивает тавтологией, Но тем не менее, вот о чем забыли упомянуть авторы Military Watch, это тактика технических характеристик бортового радиолокатора. Почему? Потому что, ну, во-первых, тут важна не столько сама дальность обнаружения, которая может быть заявлена, там, к примеру, там, 350 километров. Это... Тут очень важна дальность обнаружения тех или иных целей с вполне конкретными вот, эффективными отражающими поверхностями. То есть там метр, полметра, одна десятая метра. И, а вот что я вот об этом сейчас говорю, что вот большинство вот военных экспертов, которые с таким азартом сопоставляют вот самолеты пятого поколения, у, у них нет этих данных вообще. Не, даже даже вот, по максимальной дальности полета с максимальной боевой нагрузкой. Вот нет у них этих данных, И, а тем более, что касается радиолокатора. Подлинных характеристик бортового радиоэлектронного оборудования истребителя пятого поколения, кроме разработчиков, не знает никто. То есть никто не знает, я имею в виду те данные, которые просачиваются в открытую печать, какова там реальная дальность обнаружения, какова его производительность, сколько она одновременно там, захватывает, сопровождает, там, выдает какие-то данные. Никто никогда об этом не расскажет. Еще вот одна важнейшая характеристика бортового радиолокатора самолета истребителя – это помехоустойчивость, то есть его помехозащищенность, способность работать в сложных условиях радиоэлектронной обстановки. Кто, какие параметры вам об этом когда расскажет, насколько он способен. Единственное, что можно как-то вот совершенно эмпирическим путем на пальцах понять, например, что активная фазированная радиационная решетка лучше, чем пассивная. Вот. Вот разве что вот это. И опять-таки никаких данных там по ширине диаграммы направленности не будет, ни коэффициенту перекрытия, ни скорости работы, ни ширины диаграммы направленности. Ну, никто этого не может, никто не может этого знать. Вот из числа, опять-таки, тех экспертов, которые с таким азартом сопоставляют характеристики истребителей пятого поколения. Это тайна за семью печатями. Или вот один тоже, опять-таки, я позволю себе повторить еще один раз это слово, ключевой параметр, это радиолокационная заметность истребителей пятого поколения. Ну, вот, собственно говоря, в мире полигонов, стендов, где ее реально можно проверить, там, не то два, не то три, поэтому вот определить, что этот лучше, опять-таки, и где характеристики действительные, где числа тоже ни у кого нет, вот и дальше, например, опять-таки, никто нигде, вот, ну, слова даже не может сказать вот об этих боевых возможностях самолетов пятого поколения. Или вот, например, тоже очень ключевой такой параметр, опять-таки, прошу прощения за это слово, это вот датчики так называемые датчики истребители пятого поколения. То есть способность его принимать информацию от различных источников, там, свои его собственные возможности вести разведку во всех направлениях, в круговую, скажем. Как Быть частью системы какой-то более крупной, да, информационной. Да, да, да. И вот характеристиков вот этих, например, параметров тоже ни у кого никаких нет. Ну, никто не может сказать, что там у них. Вот есть какие-то косвенные признаки, что американцы вроде бы вот эту систему свою, которая позволяет получать информацию в круговую, вот сейчас начинают вроде как менять. Что-то, видимо, то ли не пошло, то ли что-то хотят улучшить. Но и то у нас вот каких-то достоверных разведданных по этим возможностям этой системы нет никаких. И, наконец, вот несколько слов еще о, о, об оружии для истребителей V-5 поколения. И то вот никто никаких, опять-таки, данных достоверных привести не может. Особенно это касается э -э, ракет класса воздух-воздух большой дальности. Вот на какую дальность она летит? С какими там маневренными характеристиками? Ну, какие-то дальности заявлены, но ну, это, как правило, идеальная дальность. Типа там полет по баллистической траектории и уже с ограничением по маневру там э -э, на конечном участке траектории. А на самом деле... Какая она вот в тех или иных условиях маневра, применение помех, какая дальность захвата головки на ведение тех или иных целей? Вот как это проверить? Да никак. За исключением что? реального боя, правильно? И э, поэтому вот все, что пишут об истребителях пятого поколения и пытаются их сравнивать как-то характеристики. Нет, ну, конечно, с одной стороны, дело вроде благородно. А с одной стороны, ну, фейк-ньюс это все, ребята. Ну. Какого-то вот механизма получения, каких-то вот независимых оценок. Нет, я так думаю, что он реально существует, поскольку развеется общество э, многих стран ведут там, э, поиск специалистов, поиск каких-то возможных каналов утечки, информации. Но вот так, чтобы в открытой печати какой-нибудь знатный военный эксперт написал, проанализировал и пришел к каким-то выводам. Ну, ну, разве что все только на уровне вот чувств, чувств можно высказать. Но не более того, вот на данном этапе. Поэтому вот к таким анализам, там, прогнозам, сравнениям надо относиться крайне осторожно. Да еще плюс ко всему, надо обязательно учитывать, что вот квалификацию автора. Потому что ну, у нас есть, кстати говоря их можно назвать первоклассными авиационными журналистами, но их так мало, и они так осторожно высказываются. Потому что они профессионалы. Как да. Просто. И как правило, как правило, люди, люди с таким кругозором, с таким уровнем знаний, как правило, все пристроены. Не испытывать никакой необходимости сравнивать тактико-технические характеристики истребителей пятого поколения. По надуманным параметрам. Да, по надум... uh -huh. абсолютно надуманным параметрам. А вот за дело берутся те, кто, ну, к сожалению, себе слабо представляет вот положение дел вот в этом вопросе. И все-таки главный экзамен, главный экзамен это не моделирование, не программирование, а главный экзамен это боевые действия. То есть сдал экзамен в условиях боевых действий, значит хорошее вооружение, военная техника. Не сдал, ну уж извините. Вот в этом плане Сирия все-таки дает нам бесценный опыт. Ну как бы это цинично ни звучало, опять-таки, но тем не менее, ну война не знает всяких там это морали, там чувств каких-то, на которых так любят напирать некоторые наши представители либеральных кругов. И, собственно говоря, еще о чем мы поговорим на этом часе милитариста, а то, к сожалению, опять произошли секвестры нашего времени. К сожалению, да. к сожалению мы должны будем без 15.4 закончить, или лучше сказать, по-военному 15.45. Вот. Я вот долго колебался: говорить на эту тему или не говорить, потому что, с одной стороны, начнешь говорить, вроде как ты создаешь лишнюю рекламу автору автору вот этого труда, о котором сейчас пойдет речь. А с другой стороны, ну, надо же как-то опять-таки одно из наших главных предназначений это бороться с военными ересями и еретиков выводить на чистую воду. инквизиции. Да, да, вот. И я тут вынужден, опять-таки, на общем собрании программы от двух до пяти был выдвинут на должность генерального инквизитора. Но я шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. И вот один из товарищей взял и написал книгу «Военная реформа и российский милитаризм». О, как она называется. Ни больше, ни меньше. Я даже фамилию сейчас этого автора говорить не буду, ну, чтобы рекламы, опять-таки, не создавать. Мы просто обратим внимание на некоторые еретические мысли, которые вот там высказаны. Опять-таки, вот иногда раскритиковать все, всю ересь, которая заключена в этой книге, в общем-то, достаточно трудно. По каким причинам? Потому что у тебя у самого книга получится, к примеру, в пять раз толще, чем он сам написал, правильно? Если начнешь детально там разбираться со всеми там ересями, которые он высказал. А вот вас спрашивают, как вы относитесь к книге Суньцзы «Искусство войны»? Я извиняюсь, но очень хотят с прошлых эфиров. Очень положительно, очень положительно. Будучи, будущее слушателям военной академии генерального штаба при всей своей ненависти к конспектированию которое было привито еще у меня со времен военного училища а конспектировали это в основном произведение так когда называли классиков марксизма и ленинизма я этого суньзы записал в нескольких переводах потому что есть несколько переводов вот, трудов этого достойного китайского мудреца. Я вот все версии записал, примерно. Вы конспектировали их? Да. Ага. До сих пор сохранилось. В записных книжках, блокнотах там все при необходимости могу открыть. Там, в а бумага, как uh -huh. известно, это самый надежный э, носитель, э, носитель uh -huh. самый надежный. Во всяком случае, 500, 600, 700 лет тексты. А что не скажешь о дисках, флешках и uh -huh. прочих, прочих ну, новомов. да, вот цифровизация да, должна быть да. всего на свете. Очень хорошо для случайных сбоев, после которых все документы пропадут. А если написано перышком на телячьей коже, то uh -huh. это минимум на тысячу. Лет. Не вырубить вот. топором. Да, да, как бы не хотел, топором не вырубишь. Но опять-таки, вот все эти мудрые мысли, мудрые, они действительно там мудрые, все хорошо. Но Петр Первый поэтому как сказал: не держись устава, яко, слепой стены. Да, это какие-то рекомендации. Рекомендации. Ну, скажем, мудрые. Но опять-таки, для того, чтобы мы же не неоднократно договорили для того, чтобы терпеть поражение надо действовать в строгом соответствии с нормами боевых уставов и наставлений правильно я же приводил этот пример приведу еще один раз вот знаменитая битва на реке альме в крымскую кампанию 1653-1656 года вот рекомендовал э, боевой став так э, осуществить построение войск на поле боя. Там несколько вариантов было. Ну, по одному из них и построились. Ну, шаблон. А за шаблон ты всегда что? Получаешь. Рываешь, получаешь по самое неболуся. Да. 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 И когда я же тоже этот пример приводил, маршал Сент-Арно увидел построение русских войск, он сказал, да, у меня такое впечатление, что эти ребята отстали в тактике минимум на 50 лет. Вот, что он тогда Нелестные слова в отношении нас. А туда. это же все жизни людей, на самом деле, да, а Опять-таки. Опять а потом <с еще <с> безумная отвага была, и дурость проявлена некоторыми там начальниками. В результате еще все закончилось. В общем-то, так плохо. И когда ты в Париже там идешь по этой улице, я уже не помню, то ли то ли это улица, то ли бульвар Альма, как-то вот сложные чувства все-таки. Или, например, кафе Маляков и два ф на конце. А я и даже и не знал, я проходил мимо него и даже и не знал, что оно названо в честь Малахова кургана Севастополя, то есть в честь его взятия. Кафе Маляков, 2F на конце. Вот оно как бывает, потому что вот проигранные битвы, войны, они, это все-таки такая зарубка на памяти вот этноса, что вот. Лучше себе даже этого не представлять. Ну так вот, вернемся к ересям, потому что, опять-таки, в условиях ограниченного лимита времени не успеем разобрать хотя бы основные из них. И вот, собственно говоря, автор что попытался сделать? Как-то проанализировать ход военного реформирования э, в течение последних 25 лет. Ну вот все, что было этого. Вот что мне в этом плане хотелось сказать – по силам ли вообще сама эта задача человеку, который не служил в вооруженных силах, тем более в центральном аппарате не имел никакого воинского звания, военного образования, и вот на основании чего писать? На основании каких-то личных впечатлений, подчеркнутых исключительно из газетных публикаций, правильно? Запросто. Такие книги прям да. в энциклопедии пишут. Вот. Потом я хочу сказать, что мы еще не разобрались там, с какими-то 20 30-ми 30 годами. И вот сейчас так раз и все написал про то, что было в 90-е uh -huh. или в начале 2000-х. Я вот только один пример хочу привести, только один маленький такой штришок. Вот автор там обращает внимание, что одно время был то расформирован главкомат сухопутных войск, то есть главное командование сухопутных войск, а потом воссоздано. И то, и другое у него там какие-то сложные эмоции вызвало. А вот спрашивается, почему был расформирован в первый раз главкомат сухопутных войск? Из-за дури там или из-за чего? Ну, вот кто знает подноготную, на самом деле, вот в чем подноготная этого процесса-то лежала? Вовсе не в каких-то там оптимизациях там, или, или, там новых подходах к военному строительству. Надо было каким-то образом убрать главнокомандующего сухопутными войсками. Интриги, И что ли? Все. Не, нет, не интриги, потому что его влияние на Скажем так, процессы в некоторых национальных республиках становились недопустимым. Просто уволить нельзя. А просто уволить, но вот человека такого ранга надо, во-первых, предложить какую то или равнозначную, или на повышение. А там его негативное влияние могло быть еще и больше, правильно? Уволить по возрасту нельзя. Что сделать? Ну вот, расформировали, упразднили, упразднили, убрали должность в связи с такой. Ну вот. Опять-таки, чтобы все эти моменты знать, надо все-таки как вариться это, надо внутри. Вариться внутри вот это, как Процесс. это иногда у нас говорят, вращаться в верхних стратосферах. Uh -huh. Ну а если ты не вращаешься, ну как ты можешь понять вот эти процессы, которые там происходили? Опять-таки, э, ну какие-то ясные ответы можно дать. Э, ну когда вот, например, э, устоявшееся государство там, э, э, прошу прощения за эту фразу, законы отлиты в граните, правильно. Вот. А говорить о, о реформе, о реформе э, в смутное время, когда черт его знает, ну, понятно, ну все было непонятно. И проблемы там у командиров э, того времени э, не, им не до реформ было. Потому что я вот только два примера приведу, только два ну, безобразных да. примера, о, о чем болела голова у командиров дивизии дивизии. Только два таких жизненных примера. Первое где взять деньги, чтобы постирать белье солдатам. Майки, трусы, там все остальное. Вот нет денег, и все не дают по этой статье. И, и белье не стиралось это первый момент. Второй момент э -э -э, в советской армии не выдавали туалетной бумаги как номенклатуры какой-то подовольствия. Вообще, что ли? Вообще не было никакой туалетной бумаги. А, простите, чем ходили? Да. Газеты? Да. Для этого использовались газеты, которые по подписке поступали в подразделения. Ну, собственно говоря, вот ну, ну, народ тогда не богаче жил. Народ не знал, что такое туалетная бумага. А тут еще, чтобы в армии она была, правильно? Ну, совершенно невероятно. Так вот, и вдруг наступил момент, наступил момент, когда не стало газет. Просто кончились деньги и на эту статью, и газеты перестали приходить там в роты батареи и дивизионы. И что делать? Ну вот что делать командиру, если перед ним стоит такая задача. Собрание сочинений Леонида Ильича Брежнева. Ну, вот. Нет, вот такая проблема реально существовала. Это только знают люди, те, которые командовали, как говорится, частями и соединениями. То есть не до высоких, да, не сфер. до высоких материй было mm -hmm. в те времена. Постирать, сходить и, в сортиры. Да, И поэтому, вот, когда говорят иногда, что там вот неправильные подходы к реформированию были да не до этого было. И вообще, искать какую-то логику вот в преобразованиях смутного времени. Ну, совершенно. Потому ну, оно и смутное. Потому оно и смутное. Угу. Но что в этом плане э, хотелось бы сказать. Ну, вот есть вещи, на которых люди вот совершенно повернуты, повернуты, они у них настолько засели в плотно в мозгу, что там, видимо, на уровне каких-то долговременных запоминаний. И самое главное, не ведь эту ересь другим навязывать. А чтобы как-то вот эту ересь выбить из голов наших законопослушных граждан, но мы вот некоторые моменты все-таки. Э, э, После, опять-таки, перерыва, уже, перерыва да. на новости уже начнем, так сказать, со свежего, со свежего листа uh -huh. и обрати внимание на эти моменты. Да. Михаил Михайлович, Щедаренок в нашем эфире час милитариста. Михаил Михайлович, вам слово ну, в общем-то, человек звалил на себя абсолютно вот непосильную задачу по своему вот уровню образования, уровню компетенции. И... Но еще самое главное, что при этом, что все-таки вот это сочинение, оно, естественно, не у нас издано, оно издано в Швеции, там, его распространяет библиотека города Упсала и так далее. Но еще она производит все-таки впечатление, что писал ее вот как-то вот... Человек вот сильно обиженный на жизнь, сильно Может, он пророк? Да вот как-то нет. Ну вот за что там не возьмешься Господь там как-то как пророчеством вот никаких, никак, никаким не пахнет. А вот полное незнание предмета там есть. Но во-первых, на чем он помешался? Вот на на этом словосочетании. В общем, оно звучит так, что оборона страны основывалась на концепции массовой мобилизации. Или вот или массовая армия. вот это две фишки, на котором он, ну просто помешался. Человек. Ну, слова не применял. Просто помешался. Кстати, вот э -э 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 советская, российская военная наука в общем таких терминов не применяет. А что я хочу сказать? Вот когда ты, например, бываешь на совещании, вот в генеральном штабе том же самом, например, у начальника там главного управления, иногда даже и выше, да и иногда даже на уровне управления. Во-первых, надо безупречно к этому быть готовым, то есть владеть терминологией, знать суть дела. И иногда, как говорят военные, подняться надо обстановкой. Иначе одно, два таких совещания, два таких совещания. И на твоей карьере будет просто поставлен крест. Скажут, человек не разбирается, не владеет, не умеет, не знает, не может предложить ничего путного. Это ж... карьера ломаются в одночасье, они строятся только очень долго. Так вот, что я хочу сказать, если вот он очень любит рассуждать о массовой мобилизационной армии и концепции массовой мобилизации, ну вот, например, моя последняя должность в Генеральном штабе начальной группы, я отвечал за составную часть плана применения вооруженных сил, которая называлась ⁇ План формирования и оперативного предназначения стратегических резервов вооруженных сил ⁇ Так что, наверное, уж про мобилизацию-то я знаю больше, чем человек, не служивший в армии ни одной минуты. Правильно? Ну вот так-то вот, если сравнивать наш, так сказать, вес в рассуждениях на эту тему более того я вот только вот один пример хочу рассказать это не в плане упаси бог личной саморекламы просто мы же должны сами себе ответить на прямой вопрос вы соображаете в том о чем вы рассказываете или же не соображаете так вот наверное у меня есть основания считать что я в этом деле ну, немножко соображаю и хотелось только один пример привести опять-таки, упаси бог, не в качестве какой-то саморекламы. Как-то раз в ходе отработки одного служебного документа я допустил ошибку. Начальник направления нашел ее. Я подвергся зверскому разносу за эту ошибку. И, и, в этот момент не от большого ума, я подчеркиваю, не от большого ума, я ему сказал своему начальнику. Александр Петрович, ну что ж вы так переживаете? Ну, ну поправили бы нас вышестоящие начальники за эту ошибку. А он так строго посмотрел на меня и сказал, «Михаил, пойми, что, наконец, за нами уже никого нет». То есть, ну, генеральный штаб, последняя инстанция, mm -hmm. правильно? А кто еще? Yeah. Что, еще супергенеральный штаб, что ли? Или сверхсупергенеральный штаб? Все, мы последние, действительно. Уж если мы ошибаемся, то, то, то что ж тогда-то? Вот. Поэтому, вот когда говорят, о концепции массовой мобилизации. Да не бывает никакой массовой мобилизации. Мобилизация бывает какая? Частичная или общая. Проводится она или в открытую указом, как вы раньше говорили, президиум Верховного Совета СССР, сейчас уже других законодательных органов, или в распорядительном порядке, без объявлений. Вот, это первый момент. Потом... Вот ересь еще она в чем кореняется: что некоторые укоренилось, что некоторые думают, что есть какой-то волшебный сундук. Мы этот сундук откроем, и оттуда в изобилии начнут выходить одна за другой дивизии, самолеты, корабли. Как танки. в компьютерной игре. Да. Не Ребята. Так? Да, ну вот только один пример, которые помешались на концепции массовой мобилизации. Массовой мобилизации. Я, опять-таки, знаю численность э, советской армии мирного времени. Я знаю численность ее военного времени. Я знаю, что и где отмобилизовывалось. Но это же дела мои, понимаете? Мои дела, номера этих дел. Я даже помню, где все эти сведения были. Не надо рассказывать. Нет, я не рассказываю. Я просто говорю, что, опять-таки, что в отличие вот от, от человека, который помешался на этой идее, я знаю это суть дела, в чем она а заключалась. мне кажется, что есть огромное количество политологов, политтехнологов и прочего разного народа, которые, в принципе, готовы говорить и писать вообще о чем угодно, не имея как раз об этом и не надо им иметь никакого понимания. И это даже ценится. Надо вот сейчас, в наши времена, обязательно надо на должность назначить на какого-нибудь такого человека, который вообще раньше с этим никогда не соприкасался. Ну, имея борзое перо. Да, и решительно не имеет никакого представления по этому вопросу. Ну, да. Ну, вот, Но, я Не замутни хочу сознание, да, да. Незамутненное ну... знаниями сознание это же хорошо в некоторых кругах считается зато он не входит в эту старую мафию которая на него воздействует а он свежий человек да. и, так, и так далее и, и, все, раз, и все разнесет по бревнушке что до него выстраивали там в течение столетия вот это запросто получится так вот, в отношении вот массовой мобилизации по отношению к некоторым видам вооруженных сил. Вот если, например, началась война и даже крупномасштабная, вот в военно-морском флоте сколько было с кораблей на момент начала войны? Ни одного не прибавится. Ну, нет у нас ни на сусеках ни одного корабля лишнего. Там можно мобилизовать хоть 3 миллиона человек, нету кораблей, на которых их можно было бы посадить, правильно? Поэтому к военно-морскому флоту, ну, ну, можно, конечно, мобилизовать там суда для троения, для троления, прошу прощения, в качестве транспортных там единиц. Литера олигархов. Да, но, но не появится у вас, не появится ни, ни эсминца, ни крейсера вот с объявлением, так сказать, вот, вот, вот этих вещей, о которых так незадачливо рассуждает этот обиженный человек. Военно-воздушные ну, да. во военно силы. Военно вот думаете, вот сейчас типа война, указ. И тут, как из рога изобилия, посыпались авиационные полки, откуда не возьмись. У нас летчиков, во-первых, не хватало до самого последнего времени, для, даже для ведения, сирийных, для ведения сирийской кампании. Неимоверные усилия были приняты руководством вооруженных сил, чтобы выправить те диссонансы, депропорции, которые были достигнуты э, вот, в эпоху... Мудрым руководством других. Да, -да, -да. да мудрым руководством других. И а, личным да, Сергеевич. И я вот скажу, в лучшем случае, в лучшем случае, первый авиационный полк, первый авиационный полк, у нас появится через М-180, то есть через полгода до начала войны. И то он будет составлен из летчиков кого? Учебных центров. Ну, в лучшем случае. В лучшем случае. О а какой массовой мобилизации вы там говорите? И потом, и вот иногда приводят такие примеры, что типа до 80% частей на территории России были кадрированы. Вот что тут надо сказать, ребята, ну, ну не знаешь ты предмета, не знаешь ты предмета. Дело в том, что, во-первых, так, вот такого слова-то, опять-таки, такой терминологии кадрированной нет, потому что части э, соединения бывают что, постоянной готовности, сокращенного состава, и бывают кадры, кадры, кадр полка, например, кадр 123-го мотострелкового полка, вот он, вот он как правильно называется, там 160 человек, человек его численность. Вот, вот в чем была, вот в чем загвоздка-то была, почему нам mm -hmm. такая армия досталась. Вроде как у нас оказалось очень мало частей постоянной готовности на территории Российской Федерации. Вот на начало 90-х годов. Так у нас где вся армия-то была? У нас вся армия-то была в группах войск в основном. То есть, вот, например, группа советских войск Германии, или потом западная группа войск. 22 дивизии, развернутых по штатам военного времени. Военного, подчеркиваю. То есть если мотострелковый полк, то 2500 человек, ну 2400 там с копейками. И, как говорится, консервы в танках, ручные гранаты в танках, все готово к рывку. Ничем кроме как боевой подготовкой люди не занимаются. Ну вот ты знал об этом или нет? Нет, я имею в виду автора, да, который. А да. зачем ему эти вот неприязны? Так же было в Северной группе войск, в Южной группе войск. У нас же были первый стратегический эшелон, второй стратегический эшелон. Были э, э, и оперативные эшелоны, были еще, первый и второй. Вот. Но об этом же ну, он -то Но издатель-то не знает, что он этого не знает. А на территории остальной территории страны, например, Северокавказский военный округ, который вдруг внезапно в одночасье стал на главном стратегическом направлении, там, кроме госпиталей, баз и военно-учебных заведений, ничего и не было. Ну, это и понятно. Или Московский военный округ, еще вот тех времен. Вот на его территории было две дивизии: Таманская и Кантемировская, вторая и четвертая, которые там помимо боевой подготовки чем занимались? Обеспечением парадов на Красной площади. А больше в составе округа и не было ничего. Я уж не говорю про какие-нибудь там Приволжские тогда, Уральские округа. Там вообще, и это совершенно понятно. Почему? Потому что, ну, если мы держим свое, так сказать, полностью укомплектованное боевое ядро в группах войск, зачем нам на остальной территории это держать? Ну, ну и да. вот на момент развала, а, а когда все рухнуло, треснуло, <рес> расползлось по швам, ну, вот нам и остался Северокавказский военный округ с военно-учебными заведениями, складами. И, и санаториями, санаториями. А уж что там и, дальше с ним им, было и, это отдельная и, тема. Да, это один, ну, ну так это надо себе хоть представлять, а не то что да. какой-то был тотальный замысел, значит, у нас вот именно э, вот держать такую армию, но это. Поскольку вот наше время, вот как, как песочные часы, неумолимо подходит к концу, тут все-таки на эту тему надо, наверное, поговорить. И Ой, даст, бог, даст Бог на следующем часе милитаристов. Потому что ну, не представляете вы себе той картины, которая была. Это я вот к этим либералам, реформаторам, поклонникам, военным экспертам, ни минуты не служив в армии, хочу обратиться. А все равно никуда их обратно во власть не возьмут. Хотелось бы надеяться мне. С нами был Михаил Михайлович Кодаренок. Этот эфир кончен. Спасибо, до свидания.